В городе Сочи прошли учебно-тренировочные сборы по вольной борьбе среди юношей. В них приняли участие более 50 лучших спортсменов со всего края, в том числе и Северского района. Цель мероприятия – подготовка к предстоящим соревнованиям, отработка и закрепление навыков после длительного карантина и работы в домашних условиях. Сбор прошел плодотворно. Ребята старались, работали с полной отдачей, выкладывались. Как бы некоторые ребята первый раз поехали на сбор, выехали. Кто-то уже был, выезжал на сборы. В целом ребята отработали хорошо. Это обмен опытом, новые соперники, спарринг-партнеры, повышение мастерства тоже у детей. В Северском районе много опытных тренеров, которые воспитали талантливых спортсменов. Среди них есть победители первенства Краснодарского края и призеры всероссийских и краевых турниров. Ребята упорно тренируются каждый день, что и дает такие прекрасные результаты. Понравилось. У нас команда целая была, мы как братья все были там на ковре, все вместе, одна команда общая на ковре, все понравилось. С работой с незнакомыми людьми, это новая техника, новый опыт. Незнакомый нам здесь. Участие ребят в сборах стало возможным благодаря финансовой помощи главы Северского сельского поселения Андрея Дорошевского, депутата районного совета Дениса Бирюкова и депутата Северского сельского поселения Арсентия Матюшенко, а также индивидуальных предпринимателей Аслана Химишок и Романа Климан.